Погода вот-вот даст отмашку для выхода в поля. Аграрии решают предстартовые вопросы. Запасаются топливом, минеральными удобрениями и закупают необходимые семена. У одного из хозяйств Камышлинского района, наоборот, сейчас завершается период реализации посевного материала. Статус семеноводческого обязывает размножать элитные сорта для нужд соседей. Как справляются с задачей, выяснил Сергей Павлов. Выстроенные на предприятии технологии – это бережливое земледелие с упором на качественные семена. Первооснова урожая – это оригинальные сорта зерновых культур, которые хозяйство ежегодно закупает у областных селекционеров, добивается высокой урожайности на своих полях и транслирует опыт по всему району, реализуя элитный семенной материал. Для подработки недавно приобрели новую зерносушильную установку и производительный комплекс по очистке. Работать стало легче, да и качество семян повысилось. Который год уже продаем семена, но в основном продаем семена внутри района пока. Ну, своих пока обеспечим семенами. Уже пока еще никто не жалуется, что семена хорошие, действительно семена хорошие. Это, что хорошие семена, это показатель урожайности у нас каждым годом, вот повышается урожайность тоже. Культовая культура для хозяйства – пшеница. Не просто потому, что это хлеб насущный. Если научишься ее выращивать, рассуждают специалисты, то подтянутся и другие культуры, станет оптимальным весь севооборот. А к сдаче очередного полевого экзамена здесь подготовились еще с конца осени. Прозорливость не подвела. К примеру, минеральные удобрения и средства защиты растений успели купить еще по старым ценам. Посевной 2014 года закладывается уже семенные поля. Много чего там, недостатки, которые у нас в агрегатах. Что-то надо переоборудовать, что-то доделывать, что-то дорегулировать. Поэтому вот эта подготовка, она ровно год идет. От той посевной до этой посевной. Сегодня уже не надо готовиться к посевной. Сегодня надо уже готовиться к уборке. Сегодня уже к зимовым, к основной обработке. Согласно приметам, весна даст отмашку на проведение сева чуть раньше привычных сроков. И для хозяйства задача номер один – сохранить влагу в почве и отсеяться в кратчайшие сроки. Сергей Павлов, Михаил Смирнов, Новости губернии, Камышлинский район.